Здравствуйте, дорогие друзья! Это дискуссионный клуб на YouTube из Новосибирска. С вами Аркадий Янковский и Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич. Здравствуй, Аркадий. Да, здравствуй. А как вы поняли, все. После небольшого временного сдвига мы возвращаемся в наш график. Это 12-й выпуск программы «Кухня оппозиции». Я хочу начать вот с чего. Наш предыдущий 11-й выпуск, помимо канала дискуссионного клуба и канала Валерия Соловья, оказался еще на одном канале. И мы потеряли несколько тысяч просмотров. Ну, беда невеликая, тем не менее, я проверил, как работают авторские права на канале YouTube, и через сутки примерно контент наш был снят. Дорогие друзья, мы работаем для вас, мы стараемся сделать много полезного, мы стараемся анализировать, думать, приглашаем гостей, мы работаем для будущей свободной России. Подписывайтесь на наш канал. Почему надо поддержать региональный канал Янковского? Ну, во-первых, когда люди не опускают руки, что-то делают, мы обязаны это поддержать. Во-вторых, потому что московских каналов много, а региональный получается один. Если мы хотим знать, что происходит в стране, мы должны его слушать. Россия страна большая, во Владивостоке проснулись, в Москве еще не ложились спать. Вот, поэтому вполне возможно, прекрасная Россия будущего начнется там, на Востоке, пока в Кремле еще будут спать. Ну, а нам важно не пропустить. Я поддерживаю, и вы поддержите. Итак, наше меню. После опроса Тимура Ханова традиционного у нас традиционно три темы и, я надеюсь, кремлевский десерт. Для меня это всегда сюрприз, приятный от Валерия Дмитриевича. Я надеюсь, что что-то он нам обязательно расскажет. Три темы. Первую я бы выделил особенно. Она важна, ей нужно уделить достаточно времени. Это новая тактика власти. Вы знаете, что теперь аресты и задержания происходят постфактум, после акций. На акциях ведется съемка, она и раньше велась, но сейчас по этим видеоматериалам постфактум задерживают людей. Также задерживать стали знаковых персон. Это вот Гозман, Быков, журналисты, один академик попался, заслуженный врач и так далее. Но и здесь же, конечно, приклеивание лейбла экстремистской организации структурам, связанным с Навальным и другим. Вот это все в определенном смысле обновленная тактика власти, мы об этом поговорим. На второе, расширение репрессий как системное событие, я это назвал «back in USSR». Эту тему мне подсказал пост Кирилла Рогова, где он говорит о том, что сейчас вот наступает такой системный сдвиг, как я его понял, и общество сталкивается с тем, что неизбежно будет происходить деградация общественных государственных институтов, практик, то есть проникновение в науку, в культуру, в образование, вот этого давления из политической плоскости туда. Поэтому я надеюсь, Валерий Дмитриевич тоже это прокомментирует, как человек, уделявший много этому внимания. И на третье я предложил Валерию обсудить 100 дней Байдена. Вот-вот сегодня-завтра, по-моему, как раз исполняется 100 дней, а с Байденом, с новой администрацией Соединенных Штатов Америки были связаны надежды и оппозиции. И вот каким оказался для нее, для нашей внутренней политики Байден и его администрации, и каким он оказался для Владимира Путина. Здесь все время поступает новая информация, новые соображения, и есть о чем поговорить. Ну а начинаем мы с взгляда на улицы Новосибирска, где традиционно Тимур Ханов задавал вопрос по теме нашего, на первой нашей теме. Пожалуйста, Тимур. Приветствую вас, друзья мои, это Тимур Ханов. Хочу узнать, как люди относятся к тем, кто выходит на протест. И давайте поспрашиваем, похоже. Здравствуйте, можно вас спросить? Как вы считаете, почему люди выходят на протест иногда? Вот какие-то демонстрации, митинги? Потому что поддаются под влияние посторонних людей, они своим умом думают.
То есть это люди не самостоятельные? Ну, управляемые. А вы не управляемый человек? Нет. Вы самостоятельный? Да. И на митинг не пойдете? Ну, смотря какой. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Положительно. Да. Положительно? Да. А как вы думаете, что людьми руководит? Почему они выходят на протест? Не знаю, жажда справедливости, наверное. А вы бы вышли? На какую тему? Может быть, а может и нет. Не знаю. По расписанию. Спасибо. И почему люди выходят на протест? Делать им нечего. Как вы к таким относитесь? Я никак к ним не отношусь, мне без разницы. А может быть такая тема, ради которой вы выйдете на митинг, например, или в пикет? Нет. Спасибо. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я просто провожу. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Вообще абсолютно все равно, это их дело. Они безразличны вам? Конечно. А как, есть темы, как и другие люди. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на протест? Или возможны ли такие темы? Пока нет. Ну, протест. В зависимости от того, какой протест. Это надо думать, почему протест. Люди выходят, значит, причина есть какая-то. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на протест? На митинг, на пикет? Пока нет. Но могут такие возникнуть? Конечно, могут. Конечно, могут. Спасибо. Все. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Ну, смотря с чем это связано, какой именно протест. Ну, вот недавно был протест в поддержку Навального, например. Ну, допустим, положительно, потому что у каждого человека должно быть свое мнение, и он должен его отстаивать. А может быть тема, из-за которой вы готовы выйти на протест? Ну да, возможно, если это будет напрямую касаться меня и моей дальнейшей, там, допустим, жизни, и также жизни моих близких. Вы учитесь? Да. Вам никак не влияет на вашу, на учебе? Ничего не говорят про говорят, протесты? Что да, говорят? Говорят. Нам говорили, допустим, в университете, я вот учусь в университете водного транспорта, неподалеку, что если, допустим, мы выйдем на какой-нибудь митинг, допустим, того же Навального поддержку, то там будут с нами разговаривать серьезно и вплоть до отчисления. То есть будут неприятности? Да. Но вы все равно можете выйти, если какая-то тема будет важна для вас. Правильно да. понимаю? Спасибо. Да ну, без разницы. А есть такая тема, ради которой вы готовы выйти на митинг или пикет? Для чего? Зачем? Нет смысла, да? А чуть вас что-то не устраивает? Ясно. Вот честно говоря, я даже с камерой бы первый удар бы вам в лоб дал бы. Как вы относитесь к тем, кто выходит на протест? Да, безразлично. А есть такая тема, ради которой вы готовы выйти на протест? Я думаю, что нет. Нет смысла или... Неинтересно. Нет таких тем? Неинтересно. Неинтересно? Понятно, спасибо. Протест? На протест. Мы туда не выходим. Нейтрально, нейтрально. А есть такие темы, ради которых вы готовы выйти на митинг или пикет? Нет. Ну, смотря какие темы будут. Возможно. То есть не исключено? Не исключено. Спасибо. Ну вот, достаточно противоречиво, ожидаемо, но достойно комментария то, что мы увидели. Валерий, пожалуйста. С моей точки зрения заметны две тенденции. Первое, люди готовы выходить, по крайней мере, часть из них заявила такую готовность, но не очень понятно в связи с чем. Наверное, тогда, когда они сочтут, что затронуты их интересы. А вот что такое их интересы, вот я не всегда понимаю. Скажем, пенсионная реформа в 2018 году, уж казалось бы, как затронула интересы. Но никакой массовой волны протестов не было. Да, Аркадий, согласитесь. Значит, второе обстоятельство. Просто есть неверие вообще в любые политические формы действия. Даже самые невинные, неважно, они индивидуальный или массовый характер носят. И я думаю, что это результат государственной политики отчуждения общества от власти, в том числе информационной политики. Но государство очень старалось, начиная с нулевых годов. Ну, собственно говоря, там, сделал НТВ с... переформатирование НТВ, показать, оно вот направляло такое послание. Слушайте, вы не лезьте в политику.
мы здесь разберемся без вас. А вот вы занимаетесь бизнесом, строите личную жизнь. И, честно говоря, общество на это согласилось. Ну, в нулевые годы это было понятно. Тогда был очень заметный экономический рост. И люди, которые у нас в советское время жили в нищете, в 90-е годы пережили очень сильную трансформацию, которую их дезориентировала, они, конечно, нуждались в такой паузе. Государство, я бы сказал, их на это купило. А вот сейчас получилось, что благополучие забрали. Ну вот я напомню последнее высказывание Дерипаски, которому пришлось самому срочно дезавуировать, что 80% бедных и нищих, 80 миллионов, прошу прощения, не бедных и нищих в России. Это, я думаю, чистая правда. Это просто соответствует тому, что мы видим. Да? А с другой стороны, нет никакой свободы. Ограничения вводятся все время. Но люди не верят, уже не верят в свою способность как-то на это повлиять. Ну, по крайней мере, значительная часть. Поэтому они и не знают, как им реагировать. То есть, какие формы вообще протеста или реакции избрать. Это второе. И, наверное, я бы добавил еще один пункт. Очень хорошо заметно, что самая высокая готовность все-таки у молодых. Я не хочу сказать, что все молодые поддерживают идею протеста, но они, по крайней мере, не боятся откровенно об этом говорить, что мы слышали во время опроса. Отдаю должное Тимуру, ему было очень непросто. Я уже понял, потому что по тем запиканным фразам. Была реальная угроза получить в пятак, как там было сказано. Да, да, да. Тимур, насколько я знаю, в развернутом виде на своем канале выложит. И кого интересует, пожалуйста, зайдите. Да. Вот молодые, по крайней мере, готовы, если судить по демографическому составу протестных акций конца января и 21 апреля, все-таки не большинство, но ключевая группа – это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Там больше 30, больше трети, иногда до 40%. И, наконец, снег резюме. Я бы не стал из-за этого вот опроса разочаровываться. Как же так? Наши люди не хотят выходить, они не доверяют тем, кто протестует. Потому что это естественный результат промывки мозгов. Удивляться здесь нечего. Ну, я уж не говорю там о нашей давнишней истории, советской и путинской истории, за исключением вот 90-х годов, когда люди вообще не боялись выходить, выходили и защищали свои интересы. Порой это получалось удачно, порой не очень, но, по крайней мере, возможность такая была. Вот промывка мозгов, она, конечно, сказывается, несомненно. Но это не страшно, потому что исход любых политических кризисов решает не большинство, решает меньшинство. И если я, допустим, там условно на 10 ответов услышал, ну, мы услышали 3 ответа от людей, которые допускают для себя это, особенно молодые, да, и говорят, что это правильно, ну, это совсем немало. Совсем немало, с моей точки зрения. То есть я все равно, несмотря на такой слегка депрессивный оттенок этого вопроса, воспринимаю ситуацию оптимистично. Да, я бы тоже отметил, что достаточно уверенно люди, в принципе, отвечают на то, что протест возможен. И даже те, кто вот отмахивался там, мне кажется, там пара мужчин. Это люди, которых читается на лице неудовлетворение жизни, недовольство. И при определенной ситуации они еще как выйдут вместе кстати, с этим. Да, надо, я думаю, Аркадий, вы правы, надо просто добавить. Слушайте, а может, они скрывают свои мысли? Они видят камеру, и зачем нам говорить правду? Страх-то есть. Да, ну вот в этом обществе, значит, происходят события, которые меняют и будут менять отношения людей, и будут у них другие ответы. И все это связано с тем, что власть постоянно предпринимает новые усилия в отношении воздействия на оппозицию. Боится она или нет, сейчас мы об этом поговорим. Мы назвали нашу первую тему, я предложил, как обновленная тактика власти. Мы действительно увидели сейчас вот эти задержания постфактум по спискам, о которых Валерий Дмитриевич говорил раньше, что мы-то с тобой в этих списках, и не только мы, и в регионах, и в центре. Сейчас из этих списков уже выдергивают людей знаковых,
как вот Леонид Гозман на нашем канале появляющийся, Дмитрий Быков и так далее. Журналисты уже вот эти вот не стеснения показываются. Ну и, конечно, фактический разгром структуры Навального. Сегодня Волков объявил о том, что она закрывается, что люди сами на местах будут принимать решения, как они будут выстраивать свои неформальные какие-то связи, ячейки гражданского общества. Я думаю, что это будет. Вот. Ну а как это видит Валерий Дмитриевич, мы сейчас узнаем. Пожалуйста, Валерий. Ну, к сожалению, я здесь не буду оригинален. Это довольно последовательная и неплохо продуманная, даже не тактика, а стратегия власти. Вот то, что они сейчас делают, было одобрено на совещании в декабре прошлого года. Это называется план «Чистое поле». И, собственно, название полностью соответствует содержанию. То есть зачистить российское политическое поле от малейших ростков хромов. Теперь вот очень важно понять последовательность и направление действий. Ну, ФБК – это главная оппозиционная структура была. Это правда. Вот, самая влиятельная. Это не вопрос отношения к ней. Кому-то нравится Навальный, кому-то нет. Но это объективно самая влиятельная, самая разветвленная структура, носившая общероссийский характер. Естественно, она оказалась главной мишенью. Из того, что штабы прекратили свое существование, то есть организационные подразделения, не означает, что люди куда-то делись. Нет, люди, конечно, никуда не делись. Другое дело, что возобновить деятельность под любой другой маркой окажется невозможным. Я совершенно точно это знаю. Потому что тут же обвинят в том, что вы, значит, преемники экстремистской организации. Я помню, как это было там с русскими националистами, когда Демушкин, с которым мы вчера встречались, Дмитрий Демушкин, да, уже отсидел 3 года, в том числе год в той колонии, где сейчас Алексей Навальный находится. Вот у него одну организацию, значит, экстремистской объявили, потом была создана новая, новую объявили. То есть власть в этом смысле уже давно отработала практику преследования. Но люди никуда не денутся, и связи между людьми тоже никуда не денутся. То есть вот эти вот децентрализованные гражданские связи, ну, наподобие тех, которые в Белоруссии возникли во время белорусской, к сожалению, не победившей революции, они точно никуда не денутся, а каналами коммуникации станут телеграм-каналы, социальные сети. Значит, это первое. Второе. Кто для власти еще опасен? Это лидеры общественного мнения. Вот Гозман, он сейчас же никакой политикой, ну, никакой политической структуры не возглавляет. Быков тоже. Ну, они лидеры общественного мнения. Дудь, я, извините, да. Я помню, Ройзман. Люди-то есть. И фамилии, их фамилии не запретили. Совершенно верно. И посмотрите, как их... Да, пивовары, кстати. Да, да, да. Пивовары. Обратите внимание, против всех выдвигаются под тем или иным предлогом обвинения. Не то, чтобы их всех хотели бы посадить. Нет, конечно. Их хотели бы заставить замолчать. Для власти это принципиально важно. Или, по крайней мере, умерить свою активность. И, наконец, третье – это журналисты. Власть бы хотела, чтобы вообще никто ничего не видел. Чтобы легальная возможность, а журналисты – это легальная возможность освещения происходящего, чтобы эта легальная возможность была тоже ликвидирована. Соответственно, она начинает оказывать давление на оппозиционные, все еще сохраняющие независимость или относительную независимость средства массовой информации. Понятно, кто оказывается первой мишенью. Это «Дождь» и «Эхо Москвы». Ну, я думаю, что в регионах еще есть какие-то СМИ относительно независимые. Хотя эти СМИ полностью независимыми трудно назвать, потому что «Эхо Москвы» – это газпромовская крыша, а «Дождь» тоже как-то там с Чемизовым вроде связано. Да, и «Новая газета» с Чемизовым связана. Но дело не в этом. На том фоне, знаешь, на безрыбье и рак рыбы окажется. Вот. Эти издания хотя бы поддерживают плюрализм, это очень важно понимать, очень важно. Они хоть какую-то информационную и медийную альтернативу предлагают. Ну, Валерия, это и витрина в то же время для Запада, да? Как какие-то, да, это витрина. Московские новости там разрешили, вот, пока никогда ничего не было, да?
Вот, так и здесь. Вот, смотрите, у нас это есть. Я согласен, но тем не менее, вот бьют, я бы сказал, еще не разбивают эту витрину, но по ней постукивают. По ней постукивают, чтобы она развернулась, если мы говорим там о фокусе телекамеры, именно в нужном направлении, и чтобы журналисты просто стали бояться освещать вообще происходящие события, в первую очередь происходящие протесты. Ну, вот власть пытается ликвидировать точки кристаллизации протеста. Но на мой взгляд, это все равно до конца не удастся, потому что когда вы ликвидируете или нейтрализуете то, что на виду, всегда появляется то, что не на виду. Ведь протесты могут вполне носить спонтанный характер. И во время спонтанности появляются и лидеры. Пусть это будут поначалу локальные лидеры, но это те, кого вы не знаете, я имею в виду, со стороны власти. И, наконец, ситуация для власти на самом деле, вот судя по тому, что она сейчас делает, я бы сказал, неистовствует. И, кстати, Рогов тоже об этом писал отчасти, что какая-то истерическая атмосфера в связи с этим возникла во власти. Она, значит, не ощущает себя уверенно. То есть власть, которая сильна, уверена в себе, уверена в том, что она может манипулировать выборами, ну, по крайней мере, она бы, наверное, вела себя иначе. Зачем прибегать к таким крайним избыточным средствам, если только вами не движет страх? И страх всегда заставляет совершать ошибки. Вот вчера мы с Демушкиным встречались, он выступал на небольшой такой видеоконференции, он сказал очень правильно, власть что сделала? Она привела к манихейскому сценарию в России. Вот есть власть, ее сторонники, и есть те, кто против. И уже им не до идеологических развлечений на самом деле оказалось. Потому что все, я бы сказал, люди доброй воли и здравого смысла, ну и там с совестью, да, они оказываются в оппозиции к этой власти, они оказываются по другую сторону баррикады. И это очень опасно. В России уже так было в начале 20 века. Мы помним, чем это завершилось. И я совсем не уверен, что историческая победа будет на стороне власти. Я как раз уверен, скорее, в противоположном. Причем крушение может оказаться очень стремительным, несмотря на то ужасающее впечатление, которое она сейчас пытается произвести. Да. Я понял, что твой контакт вот с представителем националистической оппозиции, такой, будем считать, умеренный, допустимый для контактов нам, был плодотворен, и хочу услышать, что какие там воззрения, вот, какие они видят перспективы, насколько не опустили руки вот эти вот, ну не структуры, но эти люди, сохранившие связи, наверное, между собой еще с тех времен, насколько они в деле могут... Ну, они, естественно, не легализуют свою деятельность, они не объявляют о ней публично, этого не будет, потому что они в свое время оказались первыми под ударом националисты, ну, где-то вот с 11-го, ну, с 12-го года совершенно точно они оказались первыми, а потом с 14-го практически всех пересажают. Дюнушкин же, как я уже упомянул, по-моему, около 3 лет отсидел за дело об экстремизме. Но вот как раз связи между этими людьми сохраняются. То есть эти люди никуда не делись. Есть сообщество. Его можно назвать субкультурным. Может быть, оно не вполне политическое, но оно существует. Оно, я думаю, по влиянию уступает, допустим, либеральному сообществу. Я даже уверен в этом. Но его преимущество вот националистического сообщества, националистической субкультуры, что оно более нацелено на прямое действие. Это, кстати, характерно вообще для всех стран мира. Россия здесь не исключение. Скажем, всегда футбольные болельщики, фанаты оказываются в авангарде разного рода потрясений. Вот. Я думаю, возможно, белорусам помешало добиться успеха то, что там таких фанатских групп, как, допустим, в Киеве и вообще в Украине не было, это очень важно иметь в виду. Ну, национально-освободительная составляющая на Украине была, да, в Беларуси да, она да. слабнее. А у русских националистов, кстати, бэкграунд в этом смысле тоже кое-какой есть. Есть у них кое-какой бэкграунд. Я думаю, что эта группа, она проявится, скорее всего, в критической ситуации. Даже не скорее всего, но наверняка. То есть там организовывать митинги она точно совершенно не будет. Тем паче подавать заявки. Они прекрасно знают, чем это для них может закончиться.
Для них это может закончиться еще гораздо хуже, чем для тех, кто принадлежит к либеральной или левой оппозиции. По крайней мере, пока хуже для них заканчивалось. Поэтому они будут ждать того момента, который им покажется критически важным. Я еще раз повторю, их может быть не очень много, но они сплочены, они заряжены на вот активность, на уличную активность, на активный уличный протест. Да, я вспоминаю марши несогласных в Москве, я тогда в Москве работал, и согласованно в конце колонн вслед за демократами, либералами и всеми вместе с барабаном там за нами шла вот колонна, значит, националистов, то есть они находили общий язык с организаторами, да, среди которых большинство это были, конечно, люди либеральных, таких западнических взглядов, но все это было мирно, согласовано, и общий враг он сближал, поэтому действительно это естественная вещь. Аркадий, вот ты произнес очень точное словосочетание «общий враг». Ты прекрасно помнишь 90-91 год, демократическая Россия, которая объединила всех. Ты помнишь прекрасно, там были и левые были, ну, реформистские левые, да? Были. Я бы сказал немножко иначе. Помимо демократической России, рядом был фронт, как он назывался, Бабуринский вот этот вот фронт, который, значит, тоже был. Внутри Дем России не было националистов как таковых. Там были монархисты. Очень умеренные были. Вот Виктор Аксючец, помнишь его? Российское христианское демократическое движение. Ну, Аксючец, да. Да, Астафьев, кадетская партия. Кстати, помнишь, Нарочницкая туда тогда входила и была довольно активна. Да, то есть это было представлено, но объединялись как раз по принципу против общего врага. Да, да. Вот. Да. Но это объективный исторический процесс приводил и к таким... Вот и сейчас такой же процесс идет. Такой же процесс. Значит, посмотрим. Завершая эту тему, еще у меня один вопрос. Вот мы вспоминали Рогова, и, наверное, ты обратил внимание, серия, значит, статей, значит, взаимных таких уточняющих и опровергающих постов на «Эхе Москвы» было. Андрей Мовчан писал. Да. Это вот как раз вот о том, что внутри либерального лагеря, может быть, в отличие от националистического, вот начала присутствовать такая иная точка зрения, которой Мовчан придерживается. Он говорит, что не нужно выходить никоим образом на улицы, не нужно раздражать власть. Нужно влиять по-другому, то есть выходя туда, будет только хуже. Это же и Леша Мельников из «Яблока», вот депутатом, да, я знаю, был молодой. То есть появилось вот некоторое число людей, которые вот заняли такую позицию. Не надо ничего трогать, пусть идет само собой, мы будем по-своему, там, теория малых дел или еще что-то влиять. Как ты к этому относишься? Во-первых, я далек от того, чтобы этих людей обвинять в предательстве, как у нас любят делать. Первым делом, значит, у нас появляется группа моральных цензоров, которая раздает оценки. Вот это там честно, это бесчестно, мы руки не подам. Нет. Я считаю, что вот эта их позиция на результат анализа. А другое дело, что мы видим одни и те же факты, но это очень интересно, можем прийти к разным выводам. Вот я, допустим, прекрасно знаю, что никакой возможности повлиять на эту власть изнутри практически нет. Практически нет. Если только ее системообразующие элементы в силу тех или иных причин не рухнут. Или не будут разрушены под давлением снизу и под давлением извне. Поэтому можно сколько угодно призывать к влиянию, но дело в том, что скорость деградации этой системы значительно превышает скорость тех позитивных перемен, которых можно было бы добиться малыми делами. Я прекрасно знаю людей, работающих чиновниками, которые чего-то добиваются, которые пытаются сохранять и сохраняют здравый смысл. Но надо понимать, что власть, точнее государство – это система. Логику поведения системы задают и системообразующие элементы, которые нам хорошо известны. Выйти существенно за рамки этой логики невозможно, потому что вы вообще покинете систему. Хорошо, если вы еще покинете ее, будучи свободными людьми, а не окажетесь где-нибудь в заключении. Вот. И более того, система обладает свойством очень хорошо заметным. Она трансформирует людей, которые в нее входят с целью повлиять на систему изнутри. Давай вот глава Центризбиркома Элла Памфилова. Вот, пожалуйста, пример.
Я уж не буду говорить о том, что самые такие мракобесные инициативы вносились в Госдуме бывшими членами «Яблока». И ты знаешь, я склонен полагать, что они все время были вполне себе преданными яблочниками. Они разделяли эти идеалы. А потом им предложили возможность сделать карьеру в рамках системы. И система их превратила в свои инструменты и трансформировала их. И более того, они будут сейчас на голубом глазу уверять нас, что все, что происходит, все инициативы, которые они вносят, они, значит, от чистого сердца вносят, что это нужно и полезно. Поэтому я понимаю позицию Мовчана и Мельника, я понимаю, в ней есть, мне кажется, и гуманистический потенциал. Жалко людей, действительно, которые страдают, и не видно просвета. Но я с ней не согласен. Я считаю, что она стратегически ошибочна. Да, и большинство вот моих знакомых, наблюдателей, экспертов, судя по сетям, конечно, не согласны, но я бы обратил внимание, что появилась такая вот это Мельников вслед за, вот, за Явлинским по поводу Навального. То есть некий такой вот раскол, он то ли естественный, то ли он инспирированный, но здесь вот он тоже среди общего, так сказать, ряда событий и процессов тоже есть. Но мы уже плавно перешли ко второму пункту нашего меню, это расширение репрессий как системное событие, возвращение в Советский Союз, вот в эту модель, где естественным образом, как вот Кирилл Киллрогов заметил, что неизбежна деградация институтов и практик, то есть может к этому отнестись, если не приветствует, то сдержанно. Достаточно ли будет вот этой малой части, либеральной, демократической, всех несогласных с тем, чтобы этому противостоять. И как это может быть? Вот действительно, какие здесь скорости этих процессов? Ну, с общей оценкой тренда нельзя не согласиться. Мы видим, что страна стремительно деградирует во всех отношениях. Я бы даже сказать, первым отметил не столько институциональную деградацию, с этим все понятно, сколько моральную деградацию и, честно говоря, интеллектуальную. Вот это, мне кажется, более серьезным, потому что это снижает шансы на восстановление и на развитие на основе восстановления в будущем. Что касается способности оппозиции противостоять, оппозиция сможет противостоять, и здесь мы возвращаемся к первой части нашей беседы, даже точнее к опросу, который Тимур Ханов провел, если она сможет выдвинуть в том числе лозунги, которые консолидируют часть общества. И это не только лозунг «Свободы всем политзаключенным», помимо Алексея Навального. Совершенно очевидно, что должны быть широкие социальные требования. Без них не обойтись. Кстати, мы упоминали вот, там, 89-90 год. В конце концов, требование суверенитета России, оно оказалось аккумулирующим очень много желаний и интересов. Это правда. И вопрос не в том, насколько оно было выполнимо, это требование, и к чему оно привело, но в тот момент, какие в свое время лозунги большевиков, мне кажется, они беспрецедентны по своему лаконизму и мобилизационной способности. Там земля крестьянам, мир народам. Да, никто ничего из этого не получил. Ни крестьяне, ни народы, ни рабочие. Но лозунги были бесподобны. Скажем, лозунг там, отмены пенсионной реформы, точнее, повышения пенсионного возраста, напрашивается сам собой. То есть такие лозунги должны быть, и не надо бояться их популизма. А без этого, я думаю, оппозиция, тем паче либеральная, ничего добиться не сможет. И второе, ну это... Опять же, очевидная вещь, о которой мы много говорили, объединяться со всеми, кто готов объединяться по принципу наличия общего оппонента. Потому что сейчас ситуация упрощается. Вот, когда Рогов говорит о деградации, это на самом деле приводит к упрощению ситуации. С одной стороны, те, кто оказывается на стороне разрушения, разрушения, это вот энтропия, наступает энтропия. А с другой стороны, те, ну вот мы, кто пытается эту энтропию остановить и противопоставить некий островок здравого смысла, морали, порядочности. Это все очень важно.
Да, этот островок не очень велик, честно скажу. Да, он размывается теми волнами, которые исходят со стороны сил хаоса, со стороны государства. Государство сейчас в России – это источник на самом деле хаоса, институционального хаоса, о чем Рогов говорит, но не только институционального. Но, тем не менее, исторически именно на стороне меньшинства правда, и ситуация переменится, с моей точки зрения, довольно быстро. Более того, здесь очень важно понимать, что когда мы говорим, вот сейчас обсуждаем действия государства, обсуждаем его стратегию, я знаю, что значительная часть элиты этим очень недовольна, и она не верит в перспективность этой политики. Она задумывается о запасных аэродромах, о том, как изменить ситуацию. И впервые, вот сколько раз мы с тобой говорили, я всегда утверждал, что дворцовый переворот в России невозможен. Впервые эти идеи стали звучать в элитном дискурсе. О том, что хватит, нам все это надоело. Этого не было 20 лет, Аркадий. Это очень характерно. То есть союзники появляются там, где, возможно, их совсем и не ожидали. Причем это не системные либералы, это уже и другие люди, которые исходят из презумпции здравого смысла. Говорят, ну так жить вообще-то нельзя. Это просто очень рискованно во всех отношениях. И которые не хотят идти на дно вместе с правящей группировкой. Ну это правящей группировке особо нечего терять. А многим людям в России, в элите, есть чего терять. Так что ситуация скверная, но с моей точки зрения она не безнадежная. Я прошу извинения за банальность, но перед рассветом всегда ночь самая темная. Это именно так. Валерий, я правильно понимаю, что вот в этом ряду факторов, сейчас я их перечислю, которые могут сокрушить режим, значит, экономические причины, зрелость гражданского общества, его организованность, внешние обстоятельства и внутренний конфликт. Вот я четыре, может быть, я что-то упустил. А вот сейчас значимым, по крайней мере существенным, который нужно брать в расчет, становится последний, то есть внутреннее недовольство части вот этой вот верхушки, которая понимает, что все обречено, если так будет двигаться дальше. И это выходит, может быть, на первый план даже, да? Да, вот последние месяцы становятся все более заметным. Есть очень серьезное глубокое разочарование в Путине. Потеря веры в его удачливость, в его дерзость, это очень важно. И, кстати, вот эта потеря веры произошла после того, как он дезавуировал идею войны с Украиной. Вот то, что мы обсуждали с тобой в последний раз. А это было вполне реально, к великому сожалению, вполне реальная перспектива. Они считают, что он не может делать более серьезные там, стратегические шаги и что фактически не имеет дела с его доживанием. Вот есть такой термин «срок дожития». Да? Вот что Путин перешел в режим дожития. Это, кстати, чистая правда. Вот, там, с его с точки зрения его здоровья это именно так сейчас обстоит. И их это не устраивает. Но есть другие, там, допустим, это второй, третий круг я прошу прощения за тавтологию окружения Путина, то есть не ближние, которые вообще-то не хотели бы санкции, которые хотели бы восстановить отношения с Западом, которые бы хотели спокойно заниматься бизнесом без угрозы того, что к ним могут прийти, как пришли к Шпигелю, да, и потребовать отдать бизнес. А если ты не отдашь бизнес, ну тогда звоняй-то. А ведь Шпигель – это олигарх. У него крупный бизнес. Вот им все это очень не нравится. И они хотели бы перемен. То есть в данном случае желание перемен, оно есть не только со стороны там, оппозиции, активной гражданской части общества, но и со стороны значительной части эстеблишмента. Значительной части. Включая чиновников. Им тоже это все надоело. Слишком высокие риски. Законы в Российской Федерации построены таким образом, что бы ты ни делал, инициатива твоя будет наказуема. Поэтому многие из них, я вот прекрасно знаю по разговорам с чиновниками ряда министерств, говорят, мы лучше ничего делать не будем. Тогда нас не обвинят там, в мошенничестве, в махинациях, в том, всем, в пятом, десятом.
Ну, я предположу, что наш большой самый начальник свою удачливость, вот такую, которая теряется, да, наверное, еще попытается продемонстрировать. Мы действительно в нашей прошлой кухне обсуждали вот это украинское напряжение. Это буквально в первые часы, когда стало понятно, что это очень серьезно, мы срочно, значит, эту тему внесли и ее обсуждали. Теперь понятно, что там некоторые отступления и вопрос подвешен. Но есть еще вопрос Белоруссии, который все вот это время обсуждался, и у нас в прожекторе мы обсуждали, и везде. Ведь говорят, что войска отвели, но есть планы, значит, проведения западных учений в Белоруссии. И вполне возможно, что Александру Григорьевичу удалось несколько отложить вот это вот наступление на Белоруссию. Если не буквально аннексию, то какую-то глубокую интеграцию, по крайней мере, объявление о дорожной карте. Вот что ты скажешь на этот счет? Вот, может быть, это последний шанс будет как раз перед выборами в августе, чтобы возобновить вот тот дух утерянной крымской победы, как последний, значит, прыжок вот этого умирающего льва, Акела или как хотите. Вот есть такой шанс, как укрепление, ну и вообще, в принципе, как задумка такая, вот хоть что-то сделать вот для, по восстановлению этого постсоветского пространства. Да, Аркадий, идея понятна, теоретически она присутствует в мышлении Путина. Ну, даже сам Путин знает, что, похоже, практически она нереализуема. Почему? А у него есть длительный опыт, исходя из опыта общения с Лукашенко. Вот у него есть уверенность, что ему не удастся Лукашенко склонить к этому вынужденному сожительству, что он все равно выскользнет, как выскользнул в этот раз. Потому что, по крайней мере, уже дюжину раз Лукашенко давал клятвенное обещание, что интеграция вот-вот пойдет, каждый раз выскальзывал. Лукашенко играет на выигрыш времени. Он знает, что Путин уйдет, как я уже не раз говорил, досрочно. Поэтому он считает, что ему нужно протянуть какое-то время выиграть. Более того, когда было объявлено о том, что войска российской армии будут отходить от границ Украины, Лукашенко об этом узнал раньше, именно в этот момент он принял решение не поддаваться ни на какую идею интеграции. Значит, он позвонил Путину и сказал: «Володя, понимаешь, есть такие обстоятельства, ну, надо еще подождать, может быть, бульбочки еще собрать». И Путин, он знал, что так, скорее всего, произойдет. Я специально поинтересовался вопросом, говорю: «У Путина это какую реакцию вызывает?» А вот мне сказали, знаешь, у него это вызывает смех, он к этому уже привык. И, как ни странно, он относится к Лукашенко довольно добродушно. Он считает, что он, Путин, обладает превосходством интеллектуальным над этим крестьянином. Ну, прозвище же Лукашенко, которое ему присвоил Путин, «картофельный лось». Это его так в окружении президента, что его Путин находится на такой недосягаемой интеллектуальной и политической высоте, что он может, мол, продолжать игры с этим картофельным лосем. Но принуждать его они не очень хотят. Они понимают, что возможности принуждения тоже ограничены. Вводить войска зачем? Это провоцировать конфликт уже на территории самой республики, а потенциал для сопротивления, как мы видели, хотя бы для политического, он совершенно точно есть. Зачем провоцировать Запад, если сейчас на кону возможность переговоров с Байденом? Ну, зачем все это делать? И Лукашенко всем этим очень умело пользуется. Он выторговывает полгода, 3 месяца, еще месяц, потом еще полгода. И он надеется, что он переиграет Путина, просто вот пересидит. Я бы сказал так, переживет. Вот, это очень важно. Просто переживет. Да, значит, сейчас мы к Байдену перейдем, но прежде еще все-таки маленькое замечание. Вот эта вся история с мифическим покушением, подготовкой, смешная совершенно, да, которую озвучил не где-нибудь, а в послании на весь мир Путин. А вот не было ли это предупреждением Александру Григорьевичу, что смотри-ка, дорогой, может быть, твои все хваленые спецслужбы, они, в общем-то, подчиняются не тебе, а Москве.
И ты своих детей береги. Там не случайно было сказано про его детей. Может быть, вот это ему предупреждение серьезно, что может произойти что-то, как с Януковичем. Он же говорил, Путин, Януковича должны были убить, я его спас. Кто там бы его убил? Что там произошло? Как, у Путина время кончается, ты сам говоришь. Может быть, вот это вот и есть уже тот момент, когда такие методы включаются. А, Аркадий, абсолютно точно. Это был такой грубый и шитый белыми нитками метод принуждения давления. Но дело в том, что это видел прекрасный Лукашенко. Он, конечно, подыгрывал Путину, безусловно. Да, да. У него не было шанса не подыграть. Что публично, а что они могут, но он на это вообще-то не склонен был поддаваться. И второе, о чем я сказал чуть-чуть ранее, пару минут, что когда Путин отказался от войны с Украиной, Лукашенко утвердился в своем мнении, он высказывал его еще раньше, что Володя больше не боец. Вот он это сказал в узком кругу после встречи с Путиным, по-моему, в феврале она была, предшествующая, сказал, Володя больше не боец. Он в этом утвердился. Поэтому он будет благодарить за помощь, будет говорить, что мы братья, что мы находимся в одном окопе, он это Путину любит говорить, что так же. Мы же с тобой в одном окопе. Спина к спине, плечо к плечу стоит. Но двигаться дальше нет. Вот дальше этой риторики может привести мешочек бульбы, сало белорусского. Вот такие символические жесты. Да, база, еще одна российская база на территории Беларуси будет. Это то, на что он пойдет, конечно. Но это не означает, что он пойдет и намерен пойти дальше. Нет. Он пытается, Лукашенко, вести игру с Западом. У него есть каналы коммуникации, это каналы через Ватикан. Вот, это довольно... Да. Но это вполне понятно, почему такой канал избран. И это довольно, насколько я знаю, эффективный канал. И Москва этим крайне... Кремль этим крайне недоволен. Он требовал от Лукашенко прекратить всякое общение вот с Ватиканом. Лукашенко категорически отказался. Так что ситуация выглядит несколько сложнее, да, изнутри, чем нам она видится снаружи. Аркадий? Ну да, в то же время, когда у руля стоит человек неуравновешенный, который бывает под действием препаратов, что нам говорил профессор Соловей, я все-таки позволю себе оставить эту вероятность наступления на Белоруссию, может быть, не блицкрига, как с Крымом, а как такую вот там пятилетку адсорбции этой территории как достойное обсуждение. Но переходим к третьему пункту. Как раз вот уже упомянули Байдена. Все вот эти вот вопросы, они связаны, конечно, с позицией Соединенных Штатов Америки. Вот тот разговор, в котором прозвучало слово «убийца», он, вероятно, был наполнен очень многим, потому что показывают события, что устанавливается диалог, и за эти 100 дней Байден был всяким. Так вот, каким он на сегодняшний момент рассматривается для Путина, если у Путина, ты считаешь, достижения по части взаимодействия, что просматривается вперед, и для вот внутренней политики, для нашей оппозиции, которая тоже говорила, что Трамп это партнер Путина, вот придет Байден, будет лучше для того, чтобы демократические какие-то остатки свобод соблюдались, чтобы были какие-то надежды для оппозиции. Пожалуйста, вот 100 дней. Ну, понятно, что Байден это совсем не Трамп, но это не означает, что он должен был соответствовать и будет соответствовать ожиданиям российской оппозиции. Трамп, прошу прощения, Байден будет соответствовать своему представлению группы своей поддержки о национальных интересах Соединенных Штатов. Исключительно так. Естественно, его приоритет внутренняя политика, что видно по тем обширным финансовым программам, которые сейчас его администрация осуществляет. Они просто колоссальны. Нам остается только смотреть и слезы горькой зависти проливать. Триллионы долларов. Триллионы, да. Не обращая внимания на увеличение внешнего долга. Конечно, да. Госдолга. Это не имеет никакого... Главное... Это деньги, чтобы пошли обществу, населению, пошли в экономику, чтобы обеспечить очень быстрый рост. Это вот главный приоритет, это первое. Во внешнеполитической сфере главный приоритет Соединенных Штатов – это, конечно, Китай. Это мы тоже хорошо видим.
Россия все-таки не занимает первое место. Политика в России, мне кажется, Байденом может быть описана знаменитой формулой «кнут и пряник». Значит, вот о прянике мы знаем, что Байден позвонил Путину, да, что речь зашла о встрече. Кстати, могу сказать, что американская администрация не против провести встречу в июне, но мы не даем пока согласия. Аркадий, знаешь почему? Потому что мы не уверены, что здоровье Путина позволит ему встретиться с президентом Байденом. Так он же посетил в Петербурге, значит, совершенно необязательное мероприятие. На день, а вот, вот необязательное работы, мероприятие, он там, может там... Вот это очень, это, как говорится, две большие разницы. Необязательное мероприятие, которое ты проводишь по своему сценарию, ты можешь посетить и провести сколько угодно времени. А на тяжелых переговорах президентом Соединенных Штатов или, допустим, там с канцлером Германии, ты не можешь вдруг встать и уйти, потому что совсем здесь тебе могут сделать дубль, там, да, заменить, совершенно... в конце концов, даже дублеров. И вот поэтому мы до сих пор еще не можем определиться с датой, потому что ему не очень хорошо, и не уверены врачи Путина, что он сможет выдержать интенсивные переговоры, даже в июне. Это к вопросу здоровья. Несмотря на то, что сейчас использовали экспериментальные препараты, которые мы привезли, на этих препаратах он продержался вот, во время выступления перед федеральным собранием, ну и это уже был даже для него перебор. Уже даже это, то есть сейчас 20, это уже для него серьезный перебор там, концентрации и самоконтроля. Ну так вот, значит, ну это более или менее пряник, а вот о кнуте у нас мало кто знает. Значит, кнут – это те сигналы, которые Соединенные Штаты и Великобритания, и еще НАТО в целом, послали президенту Путину через закрытые каналы. Это были дипломатические каналы, но не только. Где говорилось о том, вот в этом послании, эти сигналы, их суть была в том, что в случае войны против Украины Запад не поведет себя так, как в 2014 году. Он ответит немедленно и жестко, включая военную силу, очень важно. Не санкции, а применение военной силы. Речь шла именно об этом. Ну да, корабли они хотели в Черное море-то ввести. Да, то есть применение военной силы. И я знаю, что в Кремле это вообще восприняли всерьез. Мы можем рассуждать, был это блеф, это не было блефом. Но если Кремль умеет блефовать, Запад тоже готов, если потребуется, поблефовать. И похоже, что ему это удалось. Значит, цель Соединенных Штатов – нейтрализовать Россию. Ну, то, что можно назвать враждебное влияние России. Поэтому вот повестка переговоров, если они состоятся, она включает, в частности, гарантии безопасности для Украины, Афганистан, Сирия, невмешательство России во внутренние дела своих соседей. По некоторым, кстати, пунктам вполне возможно заметная подвижка. То есть мы готовы помочь, допустим, американцам и в НАТО вывести свои подразделения из Афганистана. Имеется в виду, они же все равно будут лететь через территорию Киргизии. А там, то есть садиться на, вообще-то на российской военно-воздушной базе будут. Путин считает, что это может обеспечить его возвращение, ну, трансформацию его статуса изгоя в статус... значит, равноправного члена Большой Восьмерки. Но нет. Нет, вот этого точно не будет. Этого точно нет. Его будут сдерживать. То есть к нему относятся как к очень опасному животному. Я уж приношу извинения за такое сравнение. Очень опасному, непредсказуемому животному. Хищнику. Значит, да, хищнику. Но они прекрасно знают слабеющему хищнику. У него еще есть клыки, но они стираются. Эти клыки стираются. Поэтому они готовы определить этому хищнику вольер, где он может бегать, но сделают все возможное, то есть пропустят через стены вольера электрический ток, чтобы он не перепрыгивал. Беда наша в том, Аркадий, что мы находимся внутри вольера. Это беда. И не очень они нам, естественно, будут помогать, потому что они исходят из... циничного, ну, вполне реалистического расчета, что безопасность Запада для них важнее судеб диссидентов и судеб демократии в России, тем паче не очень они верят в демократическую перспективу России. В 90-е годы еще верили. Может быть, в первой половине нулевых верили. Но сейчас, ну, по крайней мере, я думаю, после 2011 года
особенно после 2014 года, они в это уже не верят. Поэтому рассчитывать на то, что Запад нам придет на помощь, не приходится. Может быть, повезет Алексею Навальному и станет вопрос во время переговоров о нем. Ну, насколько я знаю, Кремль, в принципе, готов выпустить на лечение за границу. Готовы выпустить. Существует, в конце концов, процедура президентского помилования. Президент его может помиловать. Или его могут выпустить по честное слово о возвращении, когда он вылечится. Но вряд ли на переговорах, и Салливан уже об этом говорил, что это будут переговоры по стратегической стабильности, вряд ли будут в полноценном формате обсуждаться вопросы прав человека, политических преследований в России. Они, конечно, будут упомянуты. То есть нет сомнений, что президент Байден поставит этот вопрос, а президент Путин, как заявит наша пропаганда, если они еще встретятся, даст ему исчерпывающее объяснение. Ну, то есть стороны останутся при своих. Так что, мне кажется, нашей позиции пока особо рассчитывать не на что. Запад, если будет оказывать давление, в тот момент, когда он выяснит, вот он увидит, что эта власть начинает стремительно разрушаться. Стремительно разрушаться, и возникает неопределенность, тогда он может мешаться. До этого нет. Он не будет рисковать. Да, сейчас не исчерпана, значит, повестка, где можно уступок требовать более важных для Запада. Действительно, там по Афганистану, по другим международным объектам и по странам. А что касается внутренней политики, то, наверное, я тоже здесь с тобой соглашусь. Сегодня они видят, что здесь нет такой силы, которая серьезно может повлиять на режим, и поэтому они, наверное, будут вот здесь вот в стиле Мовчана как раз подходить. Пусть тут оно все само зреет. Если гражданское общество вдруг какие-то события, ну, будут импульсом, и тут все вдруг забурлит, ну, тогда да, тогда, конечно, они включат какие-то свои рычаги. А так... Я могу сказать, вот тут все свои на этом канале, вот один пример. У меня была договоренность с генконсулом Соединенных Штатов Америки выступить у меня в прожекторе с одним из генконсулов, да, по Сибири. И мы обо всем договорились, это было достаточно давно. Они попросили вопросы заранее, перевели то да сё, потом, значит, меня арестовали, потом, значит, я болел. А когда к этому вопросу я вернулся, они как раз сказали, что, извините, уже не те времена, сейчас не те отношения, и, наверное, нам лучше, и вам будет, и нам лучше, давайте пока все заморозим. Поэтому вот это вот тоже не случайно, я понимаю, что это позиция и Госдепа, по отношению вот к внутренним российским делам. Конечно, демократы в большей мере, чем республиканцы, будут высказывать озабоченность, будут это все демонстрировать, но в этом плане то что есть, и то, что мы всегда говорили, должно быть, надо рассчитывать на свои силы, на свое мужество, на свою прозорливость. И быть готовым к тому, что этот режим вот так вот не рухнет. Может быть, Путин действительно достаточно скоро там куда-то переместится, но что будет с режимом, пока неизвестно. Ну что, Валерий, кремлевский десерт, что-нибудь, наверное, есть вкусненькое, потому что раз мы пропустили, давай. Да, Аркадий, есть, но это вот в прямом и переносном смысле клубничка, то есть это довольно скабрезная, но абсолютно точная информация, но пусть она, но она смешная, но пусть она хоть повеселит. Это понравится зрителям, давай. Зрителей. Ну, те, кто у нас интересуется политикой, они знают, что, допустим, спикер Госдумы Володин имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Это, в общем, не секрет. И вообще, гомосексуальное лобби в России одно из самых влиятельных в мире. Другое дело, что эти люди никогда не афишируют свою сексуальную ориентацию. А вот со спикером Володиным приключилась беда. А я объясню, значит, это сейчас один из широко обсуждающихся, причем абсолютно реальных обоснованных слухов в Москве. У него плюс большое светлое чувство по имени Анатолий. Анатолий – это 26-летний актер театра. Это нежный друг появился, да? Да. И, значит, когда... Владимир Владимирович, надо сказать, он очень всегда интересуется личной жизнью элиты. Вот очень любит. Ну, я думаю, это еще чекистское. Ну, да. То есть ему там вот... А все, у кого
любовница, любовник, то, сё. А, и, значит, ему доложили. Ну, он ухмыльнулся и отреагировал фразой. Ну, молодым совет да любовь. Вот. Но поскольку Володин стал себя вести совершенно разнузданно, то на него все жалуются, Путин. И последней каплей, как мне сказали, стало следующее, что в ресторане во время интимного ужина этот самый Анатолий дал спикеру пощечину. И возник, видимо, опять же интимный конфликт. И, значит, чаша терпения вождя переполнилась. И он сказал, ну, теперь он даже Думу не возглавит, на повышение ему вообще рассчитывать нечего. Конечно, мы его не выгоним, ну, дадим ему какую-нибудь там формальную должностишку. Ну, допустим, зампредседателя госсовета. Вот это вот такая кремлевская новость. Ну, и вторая кремлевская новость, что большое светлое чувство появилось у Игоря Ивановича Сечина. Ну, у него вполне нормальная ориентация, и он испытывает сейчас большой творческий подъем, у него большие планы. И он считает, что он еще может много сделать для российской политики, для России и для российского общества. В частности, на посту вице-премьера, курирующего силовые структуры. Вот, да, я думаю, это его мечта, по-моему, была как раз. Да, и более того, де-факто он отчасти такую позицию уже занимает. Де-факто, отчасти. Через своих конфидентов и свою клиентелу в ФСБ он может влиять довольно существенно. Он хочет получить формально. И он считает, и мне кажется, обоснованно, что в ситуации транзита это будет чуть ли не ключевая позиция в России. То есть он хочет стать таким новым Лаврентием Павловичем Берией. Вот. Вот это, мне кажется, две новости, которые способны слегка развеселить наших зрителей. Что тема нашего обсуждения была довольно мрачной. Согласен. Да, первое я комментировать не буду, а что касается второго, я думаю, что как раз у нас по Конституции новая Дума будет избрана в сентябре, новое правительство, и по времени это может быть отнесено вот этим. Да, вполне. Как раз туда. Спасибо, Валерий, и за десерт, и за все обсуждения. Дорогие друзья, за это время после предыдущей «Кухни оппозиции» на нашем канале появилась новая еженедельная передача. Это такой аналитический дайджест. События недели в каждый уикенд. Я вместе с Владиславом Иноземцем и Ильей Пономаревым обсуждаю для вас. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Валерий, до новых встреч. Будь здоров. Спасибо. До новых встреч. Будьте здоровы, вы, друзья. До свидания. Всего хорошего всем. До свидания.